что, мы вас всех поздравляем. 26 января в поселке Красный Партизан государственным предприятием «Почта Донбасса» открыто новое отделение почтовой связи. В рамках нашей программы по открытию почтовых отделений при фронтовой зоне мы сегодня открываем в Красном Партизане. Я считаю, что достаточно символично, при том, что здесь проживает не так много жителей, не более 800 человек. Мы считаем важно, что в каждом населенном пункте Донецкой Народной Республики был такой маленький островок оазиса, где есть связь, где есть почтовая связь, где наши жители, граждане смогут произвести все необходимые платежи. Так что считаю, что дело хорошее, мы будем продолжать. Огромное спасибо товарищу Маргуну, руководителю администрации города Ясиноватая. Действительно, поддержка со стороны местных властей колоссальная. Благодаря им мы в те сроки, которые поставили, все это дело открываем. Я очень надеюсь, что местные жители будут довольны тем сервисом, который мы им будем здесь оказывать. Весь спектр почтовых услуг, выплата пенсии и соцпособий, почтовые переводы и отправления по территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Российской Федерации. Подписка и доставка периодики, оплата коммунальных и других услуг теперь доступны жителям поселка. Добрый день, уважаемые жители поселка Красный Партизан. Добрый день, уважаемые почетные гости. У нас сегодня состоятся долгожданные знаменательные события. Открытие таких важных социальных объектов, как фельдшерско-акушерский пункт, почтовое отделение и общеобразовательная школа примет гостей в обновленном виде. Открытие нового отделения также совпало с презентацией нового фельдшерско-акушерского пункта для жителей поселка Красный Партизан. Хотелось бы поблагодарить всех принимавших участие в реализации тех проектов, которые мы наметили еще год назад. Ведь все начиналось с малого, когда мы были на сходах граждан, и местные жители задавали вопросы, когда будет ФАП, а когда будет почта, а когда будут ноги. И огромное спасибо профильным министрам, в первую очередь главе республики, который взял на контроль данный населенный пункт, и финансовые потоки пошли сюда, и на реализацию тех проектов, и на школу, и сюда, то, что я назвал. Мне бы хотелось сказать, что сегодня мы здесь с вами собрались для того, чтобы подвести своеобразные итоги о том, как работают органы местного самоуправления, как работает депутатский корпус и органы исполнительной власти. И сегодня мы здесь для того, чтобы отчитаться перед вами за то, как мы сработали и как выполнили ваши поручения. И вот сегодня, благодаря совместным усилиям всех тех, кого сегодня Олег Валерьевич назвал, открываются замечательные пункты, которые однозначно облегчат жизнь вашу здесь, и можно смело говорить о том, что повысят, конечно же, качество уровня жизни жителей поселка. Поэтому от всей души поздравляю вас с открытием этих очень важных знаковых учреждений. Смело говорю о том, что это, конечно же, только начало. Это начало этих важных пунктов, которые будут обеспечивать жизнь вашу. Говорите о том, что нужно, озвучивайте свою необходимость,